Завершающей точкой первого тура автопробега стал Нижний Новгород. Ульяновская делегация прибыла туда с вечера. До начала деловой встречи оставалось время, поэтому журналисты отправились гулять по городу. Не осталось без внимания улица с громким названием «Правда». Однако здесь ульяновцам открылась картина не из приятных. Дома, построенные в начале 20-х годов прошлого столетия, находятся в ужасном состоянии. Даже коммуникации доживают последний век. Грустно, конечно, но вот такая оказалась правда на улице «Правда». Дело в том, что говорят, что нашу улицу выставляли как бы на продажу тендер, но никто не берет, потому что нужно делать вот весь этот вот участок, и он очень дорогой. В редакции «Нижегородской правды» гостей ждали к 2 часам. Редакция расположилась в самом центре города, в Доме трудолюбия. Своих коллег нижегородские правдинцы встретили очень радушно. За чашечкой чая две вековые газеты поделились опытом и обменялись мнениями. У нас есть спортивная газета «Чемпион», которая в этом году отметила 20 лет. И мы, как город, который в прошлом году, по оценкам федеральных экспертов, успешно встретил гостей чемпионата мира по хоккею, вот, желаем вам в прошлом году, в следующем году, значит, также успешно провести чемпионат уже по футболу. Да, знаем, что вы будете его встречать и готовиться. С большим интересом нижегородские правдинцы слушали ульяновских коллег. Соглашение с соседями ульяновской правде удалось достичь сразу. Они с удовольствием высказались о готовности к сотрудничеству. Так и завершился первый тур автопробега. Дороги правды привели к интересным людям и местам. Но впереди второй тур, а это значит, что ульяновских журналистов ждут новые города, новые люди и новая правда. Эльвира Зямалова, Сергей Ершов. Новости ульяновской правды из Нижнего Новгорода.